Накануне в столице Дагестана прошел пресс-брифинг. Темой конференции стало окончание третьего этапа внедрения интеллектуальной транспортной системы в Махачкалинской городской агломерации. В мероприятии приняли участие начальник управления транспорта Касум Магомедов, директор МБУ ЦОДД Рустам Магомедов, а также коммерческий директор ГК «Урбантех» Даниил Хазов. Первым вопросом участники встречи обсудили результаты внедрения ИЦ. Отвечая на вопросы СМИ, они обозначили, что с 2021 года уже имеются положительные изменения. Благодаря проекту по управлению дорожным движением пропускная способность улиц возросла на 15%, а количество заторов снизилось на 14%. Рустам Магомедов в ходе интерактива рассказал о проблемах, которые мешают внедрению программы. Для их решения был запущен центр управления дорожным движением, где в режиме реального времени можно осуществлять контроль загруженности улиц, оперативно реагировать на ДТП и другие преимущества. Даниил Хазов отметил, что эффект от внедрения ИЦ будет заметен только при многостороннем и комплексном подходе к решению транспортных проблем.